И остается духовная роль, если брать по стихии, первая ступень – это как раз-таки справиться со страхом, обрести власть над собой, командную позицию, чуть что в коматозе, сразу сюда минуту, что такое создать красное словцо. Создать свою церковь ценностей. Да, создать свою церковь ценностей, чтобы а никто не ходить метил. Куда-то, где расскажут и напугают, страх поддержат. Угу. Где церковь расскажут? Церковь – это внутренний храм, осознание себя самого, кто я. Как я к себе отношусь, насколько себя уважаю. Да, что делаю? Уважать себя можно только за поступки, значит, строим свою систему как убеждений, так потом это и проявится во что-то материальное. Таким образом убирается запрет на независимость. Mm-hmm. Только включая ноги в движении, человека могут по дистанции к своей цели довести. Точно знаю. Мишень – это нужно, как вспоминаете, это три кольца, да? Выйти из семьи. Ну, справиться с желанием мышление, хочу, ага. Интерес как идеология, кто я и куда я иду, со скоростными фрагменты, да? И выйти оттуда в ролевой составляющей, точно знаю, что справлюсь. Если чего-то не знаю, то проясню, выясню, изучу и все. Вот это и называется свойство мишени. Под каждую ситуацию роль, да. Создать, наработать новую роль. Как ключ и замок, чтобы они входились. Ну, первое, с чем мы всегда сталкиваемся, у женщины внутренние препятствия, у мужчины внешние. Да? Значит, если я вот как-то чего-то не хочу, значит, с этого нужно начинать. Да, и убирать вот этот стержень, в кавычках, все должно быть автоматически. Я лежу на диване и уже... И вот это. Официант. Угу. Точно, они же власти хотят. Следующая ступень – это... Умение справиться со скоростью, со временем, с собой. Если они хотят манипулировать. Голова с ящиками. В голову, да. Если в их замысле. Запретов обретено слишком много, как вечные, маленькие дети, да? Ограниченное пространство, несозданная форма, ждут. Мечта у них есть. Какой-то стать великой актрисой, певицей. Но чтобы совершить действие, это 2 года прошло, и все равно босы не там, а то и хуже. Они придумывают в силу своей воздушной природы какой-то идеальный, замечательный сценарий. И ждут, когда он должен. Ждут, да, когда он должен воплотиться кем-то, чужими руками. Работать сами, опять-таки, не хотят. И отстреливают по одному. Вот кого сломали, точно, того устроили. Если не сломали, то не устроили. И чем больше будет поражений, чем больше будет невыполненного в мечте вот этих людей, тут люди должны быть, люди. Тогда все случится. А если нет, будет агрессия и подстройка под маму. Потому что здесь мама, конечно, она кто у нас тут? Обманщица. Мужчина, да, тут связной. Это все, как выбранная система такая, юмористы, вот они такие все, практически все там вот, преподносящиеся себя, коммуникаторы такие, словом хорошо работают. И кажется, они такие счастливые, такие замечательные, а нет, это только сцена, оборотная сторона медали, всегда ожидания, страдания и последствия. Да? Здесь процветает желаемое за действительное. Да. И то, что их не пускают, опять-таки, доктрина не работает, я самый великий или великая, уникальная, и уже это все должны идеальный видеть. Идеальный вариант для них козерог. Он служить им будет всю жизнь, вера и правда, неважно, мужчина, женщина. Если посмотреть по стихии, люди, которые не нарабатывают роль, как заявленная позиция и подтверждение. Не позволили. Не позволили, да. Они все время находятся в цикле времени, неизвестной задачи. Ага, вот здесь вот. Да. А потом спускаются на неизвестную двигательную, да, и меняются местами без конца. Если они совсем вниз падают, то у них тоже включается запрет на жизнь, принципы, да, применяя вещи по назначению, они не хотят, они сопротивляются. Они различия нет, их не учат, ну, в смысле, на них не обращают внимания, и каждый раз по головочке бьют, если там... Ну, допустим, мальчик говорит, что ты воешь, ты мальчик, мальчикам плакать нельзя, и принуждают. Одну основу обучения.
Если они не учатся, то будет... Пятимся назад. Пятимся в силу природы. Пятимся назад. Неизвестность. Назад. Все, кажется, передо мной все неизвестно. Назад. Да. А здесь или вампиризм, или хранитель истины. Или человек берет ответственность, и тогда он идет к сценарию с победой. Да. И убирает выгоду и хитрость, что я хитрее всех и как-то смогу проскочить.